27 июля – памятный день в календаре Братской Донецкой Народной Республики. Указом главы ДНР Дениса Пушилина он объявлен днем памяти детей, ставших жертвами войны. Жители Щелково не остались в стороне и тоже провели мероприятие. На площади около памятника Пушкину прошла выставка фотопортретов детей, погибших на Донбассе в 2014-2022 годах. Под каждым написано, как и при каких обстоятельствах погиб ребенок. Их память почтили минутой молчания. По информации Народной милиции Донецкой Народной Республики, за все время преступных действий Украины на территории ДНР погибло более 2500 человек, из них 116 детей. Выставку фотографий детей, погибших на Донбассе, в Щелкове организовали при поддержке администрации городского округа активисты общественного объединения «Молодая гвардия Единой России». Мы все можем собраться, сплотиться, наверное, и почтить погибших детей. Самое главное, на самом деле, что мы все вместе, и волонтеры, и взрослое поколение, работаем всегда вместе, оказываем адресную помощь, оказываем любую помощь, которая необходима для беженцев, для детей, для просто нуждающихся. Ранее активистами «Молодой гвардии» была организована еще одна фотовыставка портретов военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Молодогвардейцы намерены показывать выставку фотопортретов погибших детей в других общественно значимых местах города. Фотографии эти дают возможность зримо прочувствовать всю боль войны, увидеть ее такой, какая она есть – страшной, жестокой и беспощадной. К портретам погибших детей щелковцы возложили цветы. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.